Свой вклад в озеленение любимого города внесла и местная жительница, вице-миссис Санкт-Петербурга и участница конкурса красоты «Миссис Вселенная» Александра Велимовская. Основная задача миссис – это не красоваться на сцене с короной, это не ходить по подиуму и сцене и так далее, а как раз участвовать в благотворительных, в благих делах, в благотворительности и в подобного рода социальных мероприятиях. И мы по возможности с девушками по сей день, вот мой конкурс «Миссис Санкт-Петербург» был в 2019 году, но мы по сей день с огромным удовольствием, радостью в сердце участвуем в таких акциях и в таких праздниках. Саш, ты теперь ответственная миссис по курортному району. Приходи сюда как можно чаще, твое дерево вырастет красивым, будет радовать и твою семью, и жителей города. Обязательно. К тому же у нас не впервой мы уже нам сажать деревья и кустарники. Поэтому, да, живу я здесь недалеко, с семьей обязательно будем приходить и следить, чтобы все было в порядке с нашим прекрасным кустиком сирени.